У 4-летней Тони Гордеевой детский церебральный паралич. Девочка мечтает научиться ходить, но для этого ей нужен реабилитационный курс в московской клинике. Вести Урал совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжают рассказывать о детях, которые нуждаются в вашей помощи. Эти неуверенные шаги стоят невероятных усилий. Тоня идет на пролом к здоровью уже 3,5 года, с тех пор, как врачи подтвердили диагноз ДЦП. К 4,5 годам мы умеем что? Сидеть мы еще не очень хорошо умеем, ползаем на четвереньках, ходим за ручки только, стоять она самостоятельно не может, равновесие теряет, сразу падает. Эти умения для Тони – подвиг. Она мужественно прошла 17 реабилитационных курсов. Теперь сама держит ложку и ест, рисует, пытается разговаривать и считать. Успехов в лечении достигли благодаря упорству всей семьи. Домашние тренировки занимают практически все свободное время домочадцев. И несмотря на судороги, Тоня выполняет сложные упражнения. Учиться и учиться, чтобы к 5 годам хотя бы... чуть-чуть нам первые шаги сделать самостоятельно. Но чтобы ходить без помощи мамы, Тоне нужна дорогостоящая медицинская помощь в Москве. Тоне необходимо укрепить мышцы, улучшить координацию движения, а также научить ее удерживать вертикальное положение тела и выработать отсутствующие моторные навыки. Чтобы обучить Тоне этому, нужен реабилитационный курс стоимостью 200 тысяч рублей. Помочь многодетной семье можете вы. Для этого нужно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Это новый номер для региональных проектов Русфонда. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. В ответ вы можете получить сообщение с просьбой подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Михаил Волокитин, Дмитрий Санатин, Вести Урал.